Продолжаем. С вами Казуку Фэмили. Вторая часть Человека-паука 2. Ставьте чай или кофеек, ставьте лайки и приятного просмотра. Откуда они взялись? Они выглядят добрыми, но кто знает, что у них на уме. Так что будь поосторожнее, паукоголовый. Надо поторопиться на взлетную полосу. Да, это я уже понял. Так. Тут я знаю, что они бомбу запустят, да? Так. Я бы еще знать, где. Мать твою. Блять, извините. О. Обезвредь бомбу и сматывайся. Бомба. Ее достаточно для уничтожения части города. Нужно поискать наемников, пусть они займутся этим. Я должен обезвредить. Но. Надо найти ключи и обезвредить бомбу. Сколько? 4 ключа, что ли, блядь, найти? Так. Нахер пошел. Нужны синие ключи. Так, стоп. Прикинь, это я понял. А, вот еще там хренососы. Цепляются. Так. У тебя есть что-нибудь? Нет, у него нету. А у тебя? Спасибо, я ищу красный ключ. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Там что-то было или мне показалось? Блин. Еще 2 ключа, где? Так, понятно, тут ничего нету, да? Я выздоровел. Да подожди ты, блин. Где еще 2 ключа, дебил? Стоп. Мне показалось, или я кого-то там на крыше видел? Стоп, ну, вот они. Вижу этих придурков. Говнососов. Блядь, да давай быстрее. Я взять больше картриджей. Верно. Желтый ключ. Так, последний где? Ну давай быстрее, Спайди. Где еще? О май гад. Блин, вы серьезно? Я опять на то же место пошел. Да ёпарасете. Да блин, куда ты? Вот опять же, сука, управление, блядь.
Где последний, сука, ключ? Блин. Ну, куда ты, блядь, лезешь? Блять, я же был здесь. Блять, вы серьезно? Ебануться, просто ебануться. Где последний вот хрен? Объясните, пожалуйста, мне. А? Есть! Надо еще три. Добрались до половины. Три волшебных ключа. Это рядом. Блять. Так где еще один ключ? Вопрос, где? Блин. Вот где там охранник засел? Вот, блядь, вопрос, где? Да ё-моё, где? Твою мать, как же меня это всё вымораживает, а? Где этот охранник, блядь, ходит? Вопрос. Твою мать, мы тут были, а? Вот где он засел, а? Вот дебила куска, где ты засел? Где этого придурка, блядь, искать? Блядь, он наконец-то! Мой. Наконец-то, блядь! Он и ключ тебе не нужен? Блядь. Давай быстрее, нах! Давай, 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 Спайдер. Давай. Теперь пора идти на взлетную полосу. Это было жестко. Это реально было жестко. Вероятно, он был прав. Что ж, посмотрим, что они будут делать. Лежать!
Это уже серьезно. Такой же кейс я видел у Шокера. Нужно его найти. Тогда я смогу выяснить, что же здесь происходит. Скоро сюда сбегутся копы. Нужно приготовиться к встрече с ними. А они не дремлют. Целый арсенал заготовили. Где ты, Электро? Так. Неразбериха! Копы приближаются. Им будет несладко, если не обезвредить пулеметы. Обезвредить все 6 пулеметов. Окей. Надо себя проявлять. Первый готов. Второй готов. Ах ты гад. И чем ты стрелять будешь, а? Ты уже есть, трое осталось. Уже ничем, да, урод? Жизнь кончается. Лишился ты своей пукалки, да? Ах ты гад. Все? Я жизнь не кончается. Я успел, нет? Почти, да? Помощи! Дан-д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 ан. Порядок. Вы схватили пилота. Замечательно. Теперь уходим. Ясно. Надо посадить самолет. Так, мой помощник присмотрит за самолетом, а я займусь спасением пилота. Ты что здесь делаешь? Я всего лишь делаю то, что должен, Человек-паук. Встретимся в другой раз, Человек-паук. Надо убрать с дороги баллоны. Это какие баллоны? Надо убрать с дороги баллоны. Так, стоп, он что, ворота? Надо убрать с дороги баллоны. Пробьет? Или все? Понятно. Так, в смысле, а что убрать, я не пойму. Блять, твою мать. Да ё, ПРСТ.
Да, если бля... самолету не освободить путь, он взорвется. Ох, ебать, еще и... Если так. Самолету не освободить путь, он взорвется. Чувак, я как бы понял, прикинь. Бляха-муха. Все? Нет? Ну, наконец-то, походу, все, да? Еле прошли эту херню. Ну... Все? Благодарим, что воспользовались авиалиниями Спайдер. Привет, капитан! Итак, пилот спасен. Теперь нужно забраться в вертолет. Здесь мне делать нечего. Надо выяснить, кто за всем этим стоит. Да, это потребует... Подключение контрольного питания. Да, иногда ролики левые какие-то идут, я просто уже не помню. Но, по-моему, еще ночной уровень. Сигнал датчика ослабевает. Нужно поторапливаться, пока он совсем не пропал. Да, какая интересная миссия, да? Следовать за вертолетом нафиг. Он мой! Блять! Так, поздравляю, что он там твой и все такое. Но... Да ё-моё. Да, блядь, куда ты нахрен лезешь? Ой, Спайдермен, блядь. Чё, блядь? Так, стоп, а дальше куда? Сюда, что ли, я не понял? Он мой! Так... Сдохни, чувак, и не... никому мозги... Я выздоровел. Ты мозги никому не делай. Пожалуйста. Труп, идиот. Так, нам куда, сюда? А, ну да. Так, нам походу сюда, да? Отлично. Так. Труп, идиот. Так, а дальше что? Сюда.
Да, сюда. Куда ни глянь, кругом одни шпионы. На первый взгляд кажется, что все идет как по маслу. Но наш друг Человек-паук нейтрализует зло, где бы оно ни пустило свои корни. Здесь как в тюрьме, кругом охрана. Да, и тут полно людей. Понятно. Нельзя взять больше картриджей. Так, и что нам делать? Так. Секунду. Так. В зону 51, серьезно? Стоп, а это что делает? Ничего, что ли, пока что? Ну ладно. Так, ну пока все понятно по сюжету. Там сначала идут нормальные ролики, а потом повторные ролики идут, и поэтому... Я жизнь не кончается. Да-да-да. Мы вас всех прекрасно поняли, что у вас все хорошо, а у нас все плохо, да? Лол. Так. Так, 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 так. Получи, чувак. Паутину в кулак. Так, стоп. Засохни. В смысле? Так. А, во как. Похоже, ребята служат Хаммерхеду. Дмен дает лекарства своим уродцам. Так, но Хаммерхед это твердоголовый, короче, чувак. Пока все, в принципе, понятно. У электрозаговор. Он хочет приобрести силу. Вот. Ему помогает твердоголовый песочный человек, как вы догадались, который пробил окно. Поэтому, в принципе, по сюжету пока все, в принципе, ясно, понятно. Вот, мы спасаем людей, спасаем человечество. Но это я вам так вкратце объясняю, что происходит. Бомбу уже дезактивировали. Так. Нам сюда, что ли? Здесь должен быть контрольный переключатель. А, вот еще чувак. Ну, камон, камон, бэйби. Так. Ноу один. Номер один. О. Какая-то необычная паутина. А, ледяная. Опа-на. Круто. А ледяная паутинка, в принципе, ничего так себе. Прикольно придумали. Кажется, это комната управления. Помощи! Чувак.
Ты дашь мне тебя? Ты посмотри, он прям файтинуться хочет, да? Так, номер два. Могу открыть дверь! Не можешь? Не та дверь. Ой. Ой, ты что сделал? Ладно. Надеюсь, мы все правильно сделали, нет? Так, стопэшечки. Так много охраны ночью. Так, стоп, этого. Хотя, в принципе, можно его и завалить. Кажется, я как всегда опоздал. Так. Прям сок какой-то ледяной делаем. Камон, камон. Так. В номер 5, серьезно? Ой, ты. Ну тебя я так завалю, ты мне особо не мешаешь. Ты мешаешь. Так. А вот еще один неудачник, да? Обманутый вкладчик. Неудачник. Так. Яд! Да ё-моё! До свидос, парень. Так, номер 6. Ага, открыто. Ты поезд. И седьмая открыта, да? Отлично, отлично. Так. Только куда нам идти, вопрос? В шестой номер или в пятый? Непонятно. Я жизнь не кончается. Да я не понял вас. Я жизнь не кончается. В смысле, кто там? Чувак так и захотел ледяного смузи себе, да? Так, подожди. Ага. Тут закрытые поезда вообще. Так, а мы седьмой номер, да, открыли? Верно? Блин, я ничего не... Так, постой. Опять такой же кейс. Вот кто ответственен за кражу поезда. Интересно, что такого важного в этих кейсах? Надо успеть на поезд. Так, ну вот здесь будет очень жесткий момент. Вот, я бы даже сказал, что он очень жесткий. Будет очень невесело. Но это уже будет в следующей части. Так что с вами был Казуку Фэмили. До новых встреч. Всем до следующих частей. Удачи!